Из Кирова в Африку на ВАЗовской копейке семейная пара отправилась в длительное путешествие по миру на 30-летней российской классике. Молодые люди уже добрались до Марокко. Доехать до туда и было главной целью Сергея и Елизаветы Верещагиных. Свой необычный круиз они начали еще в конце мая. Я думаю, она неплохо вписывается в эти все пейзажи. Всего за полтора месяца пара успела объехать на красной копейке 10 европейских стран. Среди них Эстония, Латвия, Польша, Германия. Во время пути ВАЗ-21013 почти не подвел своих хозяев. Серьезная поломка произошла в Германии. У машины отказал двигатель. Сергею удалось найти другой мотор и за несколько дней поставить его на место старого. Паре повезло. На ремонт они не потратили ни рубля. Говорят, за всю поездку израсходовали практически весь свой начальный финансовый запас. На данный момент мы потратили где-то 65 тысяч рублей за полтора месяца. То есть это большая часть ушла на бензин. На газ у нас стоит, газовое оборудование. На топливо мы потратили 45 тысяч рублей. Все остальные деньги – это еда, небольшой ремонт. И паром в Марокко. Да, и паром в Марокко – это самая большая трата пока у нас. Это 150 евро в одну сторону. Деньги на путешествие молодой паре зачастую высылают зрители их YouTube-канала. Сергей и Елизавета на протяжении всего пути снимают видео и выкладывают в социальные сети. Говорят, ночуют в палатке, ведь места в больших городах предостаточно. Стоит сказать, что это путешествие для молодой пары не первое. Однажды они уже доехали на копейке до Крыма. Сейчас Сергей и Елизавета в Марокко. Говорят, впереди еще долгий автопробег по миру.